Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Прямо сейчас на ваших экранах брендовое предложение от нашего любимого бренда Благов. Это костюм «Восточная сказка». Внимание, вот сейчас цена 1999 рублей. Это за целый костюм. Это не за блузон, это не за жакет, это не за брюки по отдельности от бренда Благов. Это за целый костюм 1999 рублей. Только представьте, сейчас настоящий будет шквал звонков, я почти в этом уверена, потому что еще до презентации у нас уже, по-моему, раскупили 5 комплектов таких от бренда Благов. Ну что ж, почти 1500 экономии. Давайте с вами разбираться, потому что здесь есть и последние тенденции модные, и комфорт, и красота, ну и, конечно, такой смелый образ. Но образ действительно смелый, слушай, на тебе идет, я должна сказать, потому что это стиль спорт-шик. Вот он сейчас здесь, ну, если хотите, такой в полной мере проявленный, потому что что такое стиль спорт-шик? Это соединение спортивного, в данном случае, кроя, да, потому что мы видим с вами здесь такой жакет на молнии и брюки на эластичной ленте, посмотрите, да, зауженного силуэта. То есть это, по сути, если бы вот этот костюм был выполнен из футера, например, да, это хлопковый трикотаж, с которого шьются спортивные вещи, мы бы сказали, что он спортивный. Но как только здесь появляется эффект джинсы, да, денима, добавляется кружево невероятное на лампасы на передней полочке, мы говорим про стиль спортшик. Ой, мы, кстати, говорим про городской образ. Хотела сказать сразу, меня кто-то встретил в коридоре, пока я шла сейчас на эфир, и мне сказали, это джинсовый костюм. Я хочу вас сразу вам сказать, что этот костюм прекрасно тянется, что это легкая, мягкая, нежная ткань. Сейчас Лера нам расскажет, как она называется. Ну что ж, размерный ряд от 50 до 60. Давайте прямо сейчас подбирать размер. Давайте выбирать ваш размер. Смотрите, бренд Благов — это российская размерная сетка. Мы выбираем с вами в любом случае размер в размер, но нужно будет сориентироваться по своему типу фигуры. Если у вас верхний тип фигуры, мы берем по размеру жакета. Если нижний тип фигуры, мы берем по размеру брюк. Нам ведь нужно, чтобы костюм на нас сидел с вами полностью хорошо, и брюки, и жакет. Поэтому ориентируйтесь на свой больший. Ну и давайте посмотрим сразу же на посадку на этих брюках, для того, чтобы вы убедились, что если вы выбираете даже по размеру жакета, да, по верхнему, брюки тоже подойдут. Вот они, посмотрите. Вот в чем прелесть стиля спортшик. Он удобный, вот в первую очередь. То есть при своей роскоши, при изяществе, при использовании кружева он удобный. Эластичная лента в талии, комфортные брюки, чуть-чуть зауженного силуэта, которые отлично сядут и на объемистый животик, и на узкую талию, и подстроятся под вас в бедрах. Вот о чем говорила Арина. Вот оно, основное полотно. Это масло. Масло, вискозный трикотаж, глянцевый. Видите, как он играет вот так на свету, переливается. Этот трикотаж чем хорош? Он струится, он выглядит словно бы шелковый. Видите, как он красиво играет на солнце, но при этом он удобный, мягкий, не создает парникового эффекта. И, к нашему удовольствию, совершенно не мнется. Вот, это здорово, вообще, это всегда прекрасно, особенно когда мы едем в отпуск, и этот костюм, сразу две вещи по одной цене вы получаете сегодня. И какой цене? 1999 рублей за костюм от бренда, за костюм с кружевом, из такого материала, с такой фурнитурой. Ну, вы знаете, очень вообще приятный, легкий, летний, два в одном, менее чем за 2000 рублей. Если разделить цену, то мы получаем менее чем 1000 рублей за такой потрясающий жакет-блузон. Давайте посмотрим прямо сейчас, какие цвета у нас есть на выбор. Я выбираю для себя цвет розовый. Ну, слушай, ну мне, кстати, очень нравится твой оттенок вот розового, потому что он такой пудровый. Он очень элегантный, он очень изящный. Посмотрите, внутрь можно надеть пудровый топ, как делает Арина, да, дополнить образ. Получится очень такой освежающий вариант, очень такой женственный, если хотите, и элегантный. Есть у нас с вами цвет, который называется мятный на нашей Татьяне Бабуровой и на Татьяне Крицкой, цвет темно-синий. Как вы понимаете, ориентируемся мы здесь с вами по цвету кружева. Основное полотно у нас везде одинаковое. Это вискозный трикотаж с эффектом прокраса под деним, под джинсу. Лер, скажи, пожалуйста, эти вещи мы потом по отдельности сможем носить? Конечно, причем я думаю, что носить вы их будете с удовольствием. Во-первых, жакет. Вот представь, этот жакет с юбкой-карандаш, может быть, даже с кружевной юбкой, или накинуть поверх, например, какого-то изящного платья футляр. Это же отличное решение. А брюки вы можете надеть
Сабо вы можете надеть даже кеды, дополнить их просто обычным базовым топом, да, или каким-то жакетом, и образ сразу же станет другим, но таким же удобным, таким же комфортным. Я предлагаю сейчас посмотреть на то, как отшит жакет, и посмотреть на кружево, которое здесь используется. Кружево, должна вам сказать, необычное. Мы привыкли, что на таких вещах обычно кружево – это вышивка на сетчатом полотне, да? А вот в данном случае кружево – это плетение. Плетение, кстати, плотное. Посмотрите, у нас здесь с вами прям видно его, да, что переплетены между собой, будто бы эти части такой паутинкой изящной связаны. И эффект получается, конечно, потрясающий, объемного такого кружева, насыщенного, будто бы связанного на коклюшках. При этом посмотрите на то, как выполнен жакет внутри. У нас с вами укреплены борта, жакет, полноценная вещь, верхняя одежда и подклад под кружевом тон в тон с нашей основой. За счет этого мы с вами, посмотрите, когда смотрим снаружи, даже не видим отличия. Мы думаем, что это кружево нашито на наше трикотажное полотно. Но бренд Благов поступил правильно, выполнив его на вот таком подкладочном полотне. Почему? Этот подклад не тянется, в отличие от основного полотна. Поэтому кружево не вытянется, не деформируется. Передние полочки останутся жесткими и будут держать форму. И вот посмотрите, такие детали, такое качество по такой цене. Целый костюм за 1999 рублей. Две вещи по одной цене. Каждая вещь, вот такой блузон, вот такой жакет, обойдется вам в 999 рублей. Где в магазине вы найдете вот такой жакет 58, 56, 60 размера по такой цене менее чем 1000 рублей? Нигде. И вы получаете, ко всему прочему, еще и стройную фигуру. Вот что мы с вами получаем, выбирая для себя этот костюм. Смотрите на наших девочек. Два эффекта, который этот костюм имеет благодаря бренду Благов. Это кружевные полочки, и именно они работают на нашу стройность. Смотрите, две кружевные полочки по верхней части, по жакету, убирают лишние сантиметры с боковой зоны и с плеч, вытягивая нам силуэт. А лампасы кружевные на брюках – это стройные длинные ноги. Посмотрите, 52 размер носит наша Таня Бабура, 52 размер носит наша Таня Крицкая. Мы с вами видим на подиуме девочек, ну, я не знаю, ну, 48-го – это если вот прям очень приглядеться. А так, мне кажется, еще меньше. То есть этот костюм, который еще и обладает способностью нас с вами стройнить, вытягивая силуэт, кстати, еще и роста добавляет. Причем крой таков, что он сядет на любой тип фигуры. Слушай, я вообще прониклась своим розовым цветом. Еще мне понравился на Тане вот этот цвет темно-синий. Посмотрите, если вы смелая женщина или любите яркие образы, рекомендую розовый забирать. Но если вы еще подумываете о более спокойном варианте, мне кажется, вот этот вариант будет специально для вас. Забирайте сразу два костюма. Потрясающее предложение по уникальной цене. Нигде больше вы не найдете такой размерный ряд, такое качество от бренда Благов по такой цене. Менее чем 2000 рублей за целый костюм. Вы знаете, я заходила в магазины недавно, и там обычная блуза будет стоить 2500 рублей. Но сегодня вы получаете менее чем за 2000 рублей сразу весь костюм. То есть две вот этих вещи в вашем гардеробе. Лер, вот, кстати, мы поговорили о том, что можно отдельно носить. А вот как рекомендуешь сочетать с другими вещами в гардеробе? Ну смотри, например, брюки я рекомендую сочетать с какими-то простыми вещами. Это может быть, например, лаконичный жакет. Это может быть, например, какая-то рубашка. Это может быть, да просто футболка, да, обычный топ даже, или туника. Ну, а жакет можно носить с платьями, без рукава, с сарафанами, например. Можно носить с юбками, можно носить, кстати, с кружевными юбками или с джинсами.